туда в понедельник. А мы в понедельник идем в Кремль, в КДС. В Москве зима закончилась. Наступил декабрьский ноябрь. Идет дождь. В Кремле уже стоят елочки. Вон они там. Такие. С дождиком. Прям как по погоде. И несмотря на то, что сегодня понедельник, в КДС народу полно. Потому что сегодня танцует березка. Березка. И КДС. Он сейчас, правда, по-другому называется, но в памяти остался КДС. Thank you.
На сцене артисты Государственного академического хореографического ансамбля «Белеска» имени Надежды Надеждовны, управление делами президента Российской Федерации.